Всех приветствую на канале. Целью этого видео будет попытка разобраться, что лучше выбрать. Самую бюджетную модель от DeLonghi или взять что-то более привлекательное на вид, но от китайцев. А конкретно мы детально рассмотрим модель EC230, так как проще нее на данный момент DeLonghi ничего не предлагает. И будем сравнивать разные моменты в ней с тем, как это реализуют в типичных китайских аппаратах. Сперва сделаю небольшое уточнение. DeLonghi делает большинство своих современных аппаратов, а это и ECP, и ECI серии. Все так же, как и 20 лет назад, на бойлерах из нержавейки. Ну а актуальные китайские аппараты на бойлерах сейчас сложно найти, ибо большинство их уже давно на термоблоках, что является более современным решением. Но так ли это хорошо? Стоит ли их брать? И как китайцы обманывают в своих объявлениях на Али, мы узнаем в конце ролика. Сперва пройдемся по внешних качествах. Если говорить о дизайне, то тут все чисто индивидуально. Кому-то нравятся аппараты DeLonghi, а кому-то нет. Но многие согласятся, что даже дешевые модели от китайцев часто смотрятся стильнее, симпатичнее и современнее, чем те же бюджетники от DeLonghi. Хотя 230-я еще вполне хорошо смотрится, потому что она уже не такая угловатая, как ранее 145-я и 155-я модели, и не такой яйцеподобной формы, как 190-я, 200-я, 220-я и ее обновленные модели. К примеру, EC221 производят и сейчас, но она, как по мне, не смотрится привлекательнее на фоне китайцев даже 10-летнего возраста. В то же время в 230-й сохранился уже архаичный в наше время поворотный переключатель режимов, что уже давно не в трендах. Но при всем том, на фоне глянца, ручка переключателя, выполненная под стиль точеных алюминиевых регуляторов, как на винтажной хай-фай аппаратуре, смотрится очень неплохо. На ощупь, конечно, не отдает металлическим холодком, и ты не ощущаешь увесистость, но выполнена качественно и без косяков штамповки. В целом корпус получился неплохим, собран хорошо, все отлично подогнано, не скрипит и не люфтит, вибрации особо не передаются на поддон и чашки на нем не ездят. Даже звук работающей помпы не такой громкий. Крышка отсека с баком закрывается и фиксируется более ощутимо, нежели в старых моделях. Правда, из-за глянцевого мягкого пластика корпус вышел марким, а если протирать даже мягкими материалами, то он быстро покроется потертостями, что на глянце будет очень бросаться в глаза. Сверху имеем немалую площадку для чашек, прогревается она косвенно от бойлера. Если хорошо прогреть аппарат, то она нагреется достаточно, но, как правило, на это никто не будет тратить время. И больше она подойдет, чтобы там эти чашки хранить. Бак для воды тут как и у ECP, примерно на 1,2 литра. Пластик вначале дает небольшой запах, но через пару заполнений он уйдет. Плюсом тут имеется окошко для отслеживания уровня воды, но сэкономили на поплавке в поддоне. И чтобы понять, насколько он заполнен, нужно вытаскивать пластиковую решетку и смотреть, что как бы не очень удобно. У китайцев же в данном случае большое разнообразие дизайнерских решений, более интересных с современным управлением и стильной индикацией, что в куче смотрится очень привлекательно для неискушенного покупателя. И условно за те же деньги можно встретить аппараты с отделкой металлом, металлической решеткой поддона, стильной контурной подсветкой кнопок, термометрами или манометрами на лицевой части. Конечно, на деле вся эта металлическая отделка также легко царапается, а решетка поддона после пользования может смотреться еще страшнее, чем тот же пластик на нашей 230-й. Красивая подсветка кнопок с большей вероятностью может перестать работать, а все те манометры и термометры просто бесполезная ерунда, которая не дает реальной информации. Уровень сборки и подгонки деталей может сильно варьироваться от модели к модели даже в пределах одного бренда. Качество пластика и наличие запаха может также быть разное. Где-то запах может даже не уходить очень долго. В плане начинки 230-я это очередной клон DeLonghi, который не отличается ничем от старых моделей серии Bar, почти всей серии EC и более свежих ECP и ECI. Кто бы что ни говорил, но тут стоит стандартный бойлер из нержавейки, который ставят последние 20 лет, со съемным мокрым киловаттным теном. Такой же, как на всех DeLonghi клапан и типичная улька. Несмотря на простоту конструкции, все это проверено временем и работает надежно, что для бюджетной модели только в плюс. Но именно в 230-й выделю пару положительных моментов, которые мне лично понравились. Самое главное это то, что производитель не поскупился и поставил сюда помпу с полностью металлическим штоком. Такие, как правило, DeLonghi ставят в аппараты подороже. Второе не менее приятное, так это трубка пара. Она тут на шарнире и, что самое интересное, без насадок Panarello. Чисто сопло, как у профи. Да, для новичка это не подойдет. А вот для начинающих любителей и энтузиастов это
это просто подарок, который, наверное, ждали от DeLonghi давно, ибо одна из доработок среди таких аппаратов – это именно установка профстимера, чтобы взбивать отличную молочную пенку. А тут уже имеется вариант стимера, с которым можно дружить. В остальном же изменений тут немного. Добавили плату для реализации функции автоотключения при простое, что спасает забывчивых пользователей. Правда, в случае ее поломки замену платы делать невыгодно, но аппарат можно переделать и убрать эту плату вовсе. Далее, что можно заметить, это сменили термостаты на другие, что не особо-то решило проблему с их прилеганием к бойлеру, но может быть у этих меньшая задержка на срабатывание, и переместили также термопредохранитель непосредственно к тену. Скорее всего, это для того, чтобы не было перегрева и не повредился тен, если в бойлере осталось очень мало воды. Также тут можно заметить и пластиковый полуповоротный регулятор пара, который ставили еще в моделях EC250 и 270. Он, конечно же, по долговечности не сравним с традиционным латунным, но при аккуратном использовании выхаживает достаточно долго. Да и для замены его можно найти за относительно небольшую цену, и даже заменить его будет проще, чем латунный. Собственно, больше по начинке выделить нечего, так как это типичная DeLonghi. Но при всем этом любой узел или деталь тут можно снять и заменить, тем самым продлевая жизнь аппарату. Но есть один момент, который немножко подпортил мне впечатление. Сперва скажу, что в комплекте тут имеется вполне удобный алюминиевый рожок со скобой для фиксации корзин и даже рукоять у него с удобным хватом. Пластик не прорезиненный, но выглядит неплохо. Имеется также пластиковая вставка в чаше, чтобы температура не падала. Более того, можно использовать даже старые алюминиевые рожки, даже от аппаратов серии Bar, что большой плюс. Но тут же и кроется минус, а именно группа старого типа, как у серии EC, а хотелось бы как у ECP или ECI. Причина в том, что комплектные корзины хоть и однодонные, но еще от древних моделей серии Bar, и они очень мелкие. Поэтому сюда прям будет проситься нормальный рожок и нормальная корзина на 51 мм с Али. И очень жаль, что в 230 оставили старую группу, куда хоть и можно устанавливать альтернативный бездонный рожок и корзину, но она будет там застревать и каждый раз ее нужно будет выковыривать, что не очень удобно. Правда, это вполне поправимо, если сделать замену экрана группы на новый, как в ECP. А как это сделать, я рассказывал в отдельном видео, которое можно посмотреть по ссылке. А вот что можно встретить у типичных китайских кофеварок? В подобном ценовом диапазоне это, скорее всего, будет конструкция на термоблоке, и чем новее аппарат, тем более вероятнее, что это будет именно термокойл, а не термоблок, состоящий из двух половинок. Но очень часто на Али можно попасть и на старые аппараты с обычным накопительным бойлером из силумина, как в этом примере. Тут и картинки будут заманчивыми, и описание с потолка, но результат этого бойлера будет именно таким. Если рассматривать термоблочные, то в самом простом варианте исполнения это будет термоблок с механическими термостатами, и это самый худший и дешевый вариант. Одним из представителей таких конструкций является, например, 700-й Borg, который у меня был как-то на обзоре. Минусами таких конструкций являются очень нестабильная температура экстракции, слабый пар и проблемы ручного переключения клапана. В среднем варианте это уже термоблок с электронным контролем температуры, но это еще не PID, а просто электронный датчик, который обеспечивает минимальную задержку включения нагрева при остывании, но не удержание стабильной температуры. Ну а в самом продвинутом варианте уже будет подобие PID-контроллера, как на той же Дедике. А это уже будет хоть как-то способствовать поддержанию температуры при проливе. Также продвинутые и средние аппараты могут иметь даже трехходовой клапан сброса остаточного давления, который может также выполнять и коммутирующую роль для подачи воды или пара с термоблока на стимер и группу. Как видим, в теории это может звучать неплохо и даже заманчиво, но если говорить в целом о надежности конструкции и качестве начинки китайских кофеварок, эквивалентных по цене 230 DeLonghi, то они не всегда могут похвастаться эквивалентной надежностью или вменяемым качеством материалов, а уж тем более ремонтно-пригодностью и наличием запчастей. Самым слабым звеном такого аппарата может оказаться любой элемент. Например, помпы могут быть чисто китайскими, необслуживаемыми и с большой вероятностью долго не проживут. Но эту проблему хотя бы можно решить и заменить на любую ульку. Ну а далее основание электромагнитных клапанов, крепление трубок высокого давления, тройники или разветвлители в контуре с горячей водой под давлением практически всегда пластиковые. А если даже имеется какой-то намек по виду на латунь, то это, скорее всего, будет самый дешевый способ
сплав, который часто гниет или дает трещины. Электроника, как правило, построена по упрощенных схемах с дешевыми элементами. Даже там, где имеется ПИТ, то для управления ТЭНом термоблока используется не смиссер, как на дедике, а что подешевле, то есть обычное электромеханическое реле, которое имеет гораздо меньше ресурс срабатываний, а учитывая высокий процент брака, то они могут и заклинивать, и выгорать еще до выработки своего ресурса. И вдобавок, ПИТ, как правило, управляет нагревом с помощью импульсов, и в таких аппаратах вы будете слышать постоянное щелкание этих реле, что тоже может некоторых раздражать. Кроме всего прочего, покупая китайские кофеварки в магазинах электроники или заказывая на AliExpress, вы часто можете быть обмануты рекламными хитростями китайских маркетологов, что не должно уже сильно кого-то удивлять. Но, тем не менее, среди таких моментов вы можете встретить, например, заявление о 20 барах при экстракции, что маловероятно, так как такие помпы стоят подороже. А то, что ставят в эти кофеварки, как правило, имеют предел в 15 бар, которые при наличии еще и аварийного клапана превращаются в 12-14 бар в рожке. Также бывает упоминание о итальянских помпах, что тоже не факт, так как проверить это в магазине невозможно, а я чаще всего встречал в таких кофеварках именно китайские помпы. Некоторые будут заявлять и о электронном контроле там, где его по сути и нету. Будут упоминания о корпусе из листовой нержавейки, несмотря на пластик и то, что металл там только для декора. Будут упоминать о каких-то супертехнологиях и безопасности. Называть обычные термостаты громкими именами типа Direct Temperature Control System или Dual Temperature Controller. Даже тот факт, что в рожке есть две дырки для вытекания кофе в чашку, преподнесут как Double Cup Split. А может, назовут это даже целым словом система. Короче, находчивости китайцев в плане придумывать громко звучащую ересь можно только позавидовать. Но все, что нужно знать, это то, что относиться ко всему этому нужно с долей иронии. Думаю, что можно подвести итоги. Хочу сказать, что я не делаю рекламу DeLonghi, но есть неоспоримые факты того, что их рекламная кампания более честная и не несет такой ахинеи, как у китайцев. Их аппараты хоть и могут иметь свой процент брака, но их проще и легче поменять или починить. К ним проще найти запчасти или корпусные детали, а даже бюджетные модели будут на бойлере из нержавейки, что уже в разы лучше китайских типа алюминиевых, которые гниют от контакта с водой. Конкретно 230 модель это устаревшая конструкция, но она будет делать напитки не хуже китайских аппаратов на более современных термоблоках, а иногда с нее получится выжать даже что-то более лучшее. Она будет также более надежной и ремонтопригодной. Ее можно модифицировать и улучшать. А в дальнейшем, если перейдете на более серьезный аппарат, то ее можно быстрее и выгоднее продать, так как этот бренд будет популярен и в дальнейшем. Поэтому, кому нужен аппарат не на пару лет, кто интересуется тематикой эспрессо и ищет, с чего начать при ограниченном бюджете, то 230 это будет, наверное, самый идеальный вариант из того, что можно купить сейчас в магазинах. На этом буду заканчивать. Предполагаю, что будут не согласны с моим мнением, поэтому предлагаю делать аргументированные комментарии. Не забывайте оценивать видео лайком и до встречи в следующих видео.